Доброе утро всем, ребята. Доброе утро. Всем доброе утро. Доброго утра, хорошего дня, приятного вечера. Будьте здоровы, счастливы. Мира, добра вам. А у нас лужи, давай цепляйся. А у нас лужи. Цепляюсь, потому что скользко. Моросит дождик такой вот. Мелкий-мелкий. В общем, ребята, не нравится мне в этом году зима. Вообще не нравится. А только что будет. Да, а вот в марте будет, в апреле, в марте будет зима. Это, да. Когда уже будет хотеться тепла, травки зеленой, в огород. А зима все сидит и не уходит. Ладно, мы едем в город. Едем в город, надо заехать на Валберис. Вот, прогуляемся, проветримся. Вот так вот. Ладно, иди, Лёшек. Я тут уже сама потихонечку. Вот это мне не нравится. Тут надо вот что-то делать как-нибудь. Потому что... Такой... Пошел. Да ладно, иди. Иди. Вот что у нас есть, видите? Потом расскажу, зачем это. Да зачем потом, да? Что? Мосток ребята хотят сделать. Ой, а тут у нас шерсти, вон, кошачий. Наблюдательный пост, Варкин. Так, едем. Едем с Юриком. Где-то наш Юрик. Лёшек, почем молоко? 70. 70. Вот такое молочко. 1,5. Нежирное. Это у белорусов. В белорусском магазине. Так, взяли. Юрик взял имбирь. Зачем-то. Нужен ему. Зачем-то. Вот, взяли огурчик и помидорчик. На салатик. На салатик. Будешь салатик, Лёшек? Посмотрим. Мы давно уже ели салат из свежих овощей. Так, помидорчик, огурчик и взяла тыковку. Может, сделаю вот, помните, кашку, вот эту вот пшенную кашку в тыкве. Вот. Сейчас расскажу, что почем. Это все в магните. Быстренько мы съездили туда-обратно. Раз-раз и все. Прошлись. Так, значит... сахар еще взяли. Упаковку сахара. Потому что там уже осталось немножко. Давно уже покупали. Вот. Взяли упаковку сахара по 55 рублей сахар. Вот. Томаты сливовидные 180 рублей. Вот это вот на 90 рублей. Так, огурцы. Огурцы гладкие. Были вот такие вот огурцы светленькие. И такие темные. Цена одинакова, но я думаю, возьму светленькие. Они какие-то тонкокорые такие вот. Вот, пускай будут огурчики. 180 рублей. Как и помидоры. Вот, и помидорчики, и огурчики в одну цену. 180 рублей. На 137 рублей вот это вот огурчиков. Так, корень имбиря. 459,90. 460 рублей. Вот это вот на 24 рубля. Такой корешочек. Вот. И тыква. Тыква 70 рублей. Вот такая тыква 137 рублей. Такая вот. Вот еще тут еще скидка.
на покупку московская кофейня на Суаре кофе. 95 грамм, 199 рублей скидка. Когда-то я покупала, возила знакомой в Токмак. Ей очень нравился такой кофе, Суаре. Я для нее возила такой кофе. Покупала. Ну, сейчас не надо. Так, и еще на Озоне заказала, увидела вот такую вот подставочку. Знаете, для чего? Для дощечек. Для кухонных дощечек. Вот я покупала такая, только побольше, для посуды. А это такая же, только для дощечек. Потому что у меня дощечки там вот так вот в шкафчике. Гуляют по всему шкафчику вот так вот. А это вот так вот поставлю, соберу и сейчас открою. Так, сейчас будем заниматься рыбой, да, Юр? Рыба и мясо. Вот такая вот. Видите, и сюда вот так дощечки раз-раз-раз вот так поставлю в шкафчики. И они у меня вот так прям будут стоять. Очень удобно. Говорили, дерево будет темнеть, чернеть от влаги. Вот. Ну, я то дощечки ставлю сухие туда, так что ничего не почернеет, ничего не. Ну, главное вовремя просушивать. Вот у меня там стоит посудка. Я ее поставила, просохла она у меня, я ее убрала, а эту поставила, вот так она у меня просохла. Вот так. Ладненько. Пойдем заниматься рыбой. Так, у нас Юрик режет мясо на шашлычок. Будет шашлычок. И там вот еще рыбку почистили. И рыбку. А рыбка будет еще. Шея. Шо? А, ждут. Тебе? Да? Да? Вот. Сегодня можно шашлык пожарить, а завтра рыбу, да? Или наоборот, сегодня рыбу, завтра шашлык. Ну как? Да, рыбу как? Можно в духовке. Рыбу в духовке? Ну, вон, на обед можем сегодня ее приготовить. Можно и в духовке. На мангале, мне кажется, будет морока. Да? Мы когда-то жарили, а эти, как акулы тут кружат. Дай Лильке кусочек мяска, нежирного какого-нибудь. Она любит сырое мясо. Лиска не ест. А Лилька любит. Это у нее от папы, наверное. У нее мама чихуашка, а папа непонятно кто. Кого мама там могла найти в питомнике? Все лотнуло, что ли? Да. Лотнуло. Утром были вареники со шкварками. Но мы все так вот бросили, потому что ехали в город. Да сейчас уберется. Потом. Потом когда-нибудь, может быть. Нет, реклама презерватива. Мужик заходит, цветы дает. А там она с другим. Он бежит в тумбочке, хватает пистолет. Дуф-дуф-дуф-дуф-дуф-дуф-дуф-дуф-дуф в него. Потом сел на пистолете презерватив. И 5 патронов. Реклама презерватива. Вот это реклама, да. А это что, жирок вот это? Котам? Давай котам.
пускай коты там полакомятся. Сейчас, если ух ты, я же делаю, да? Такую поймать бы. Ой, такую поймать бы, да? Конечно. Там у тебя? Лук, да. Сейчас я почищу лук. Не солим, да? Потом посолим. Приправки будем какие-нибудь ложить? А, вон, добавим чуть-чуть. Для шашлыка, да? Вон. Такая вот. Вон туда, Юр. Вон. Курям. Пускай там витаминки поедят. Они, наверное, у нас и не несутся, потому что зажрались. Наверное, ожирели. Хватит таких два лучка? Будет шашлычок. Вы сейчас жарите на работе шашлычок? Ну, редко. Там место такое, что... Не очень, да? На старом месте было лучше, да? Ну, да, там можно было укрыться, так сказать, закрыть калитку. И никто никуда, не ничего, да? Здесь люди ходят мимо. Ну, немного, но открытая местность, там стоянка. Понятно. Ну, так что, вечером можно. Еще арендодатели такие, знаешь, то нельзя, это можно, это нельзя. Угу. Туда не вешать, то не вешать. Рекламу там. Угу. Всякую. Да. И приправка. Так, дай-ка его сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая вот подстава. Видите, я еще и не поставила перчик. Готово. И на терраску. Давай я вынесу. Да? Так, пошла рыбка. Так, рыбочка. Это будет уха. Уха будет по-фински. Не профессионал в разделке рыбы. Все мы не профессионалы. Можно будет перебрать его. Ну, да, погрызть сейчас. Миску. Да, туда все ошметки. Нормально. Нормально? Ну да, вроде не сыпется. Вроде так. Так. О, это у нас будет на... Так, тебе надо еще одну миску, да? Ее же надо будет замариновать. Вот. Так. Вот это ты хочешь вот так вот посолить? Еще кусок отрезай. Ну да, еще кусок отрезай. Дополнительно потом. Ух ты, какие кусочки. Так. Вот это на... Да побольше может. Может, домой возьмешь вот рыбку. Ну вот по кусочку сейчас пожарим, да и хватит. Ну а что вот, пускай хватит. Ну давай так. Наверное.
Сделай больше. Да хватит, что? Я бог. Вот так. О. Будем в рассоле и по-сухому? Ну, можно попробовать, только рассол там надо еще варить чуть-чуть. Угу. А у тебя есть уже рецепт, да? Да, я в YouTube там смотрел. Не толсто? Да не. Нормально. Пропечется. Не, можно вот так вот. Хвост пойдет. Хвост на уху? Да. Ой, какой шматочек. О, класс. Юрик у нас молодец. Юрик все умеет. Все, что надо. Он не боится ничего делать. Здесь. Даже если не умеет. Ну, а это можно срезать, да. Вот так вот. Это тоже можно посолить, брюшко. Да он на уху ее пускает. Не, там хватит на уху. А что ее солить-то? Так вкусно будет. Ага, что солить? Брюшки вон продают по 800 рублей. Ну да, я знаю. Вот. Надо еще вот... Да, то нормально. Нет. Пускай будет. Еще одна половинка будет. Вот. Юрик тоже не боится брать и делать. Берет и делает. Даже если не умеет. Вот. Можно и хребет засолить. Ну да, тут. Ну да, там это, можно посолить, да. Под пиво. Надо было чуть глубже взять. Ну, что, ну ничего. Так. О. Сейчас, наверное, надо рыбку и в духовку, да, а потом уже будем солить. Вот. Ну ничего. Бутылка большая. Сейчас. О, зато хорошо все обмажется со всех сторон. Да. О, как хорошо. Вот. Так, духовку надо включить. Солим. Вот, вместо мяса надо уже нам кушать рыбу. Лёшек, слышал? Ау. Вместо мяса нам надо с тобой рыбу кушать. Ну, кусается эта рыба. Ну, это кусается. Да и любая кусается. Любая кусается. Да. Да, любая кусается. Надо самим ловить. Пошел он, закинул, вытащил форельку. И мы ее зажарили. Она серьезная. Так, лимончик у нас в морозилке был. Вот так разморозили его в микроволновочке. Он там сок уже, наверное, пустил. Да? А ты его вот так прям в руку и выдавливай. Так, перчик. Перчик. И будет вкусненько. Приправы для рыбы у меня нет. Это не надо. Поэтому он перчик.
посолить, поперчить, лимончиком полить. Ты прям все, все бери их. Это много. Много, думаешь? Они, вот чтобы было больше сока в лимоне, надо на несколько секунд положить его в микроволновку. Тогда с него больше сока можно будет выдавить. Слышали такое? Так, и зеленушка там, он еще замороженная. Вот. Это еще можно заморозить. Так, это петрушка, наверное. Нет, это петрушка не нужна. Петрушка не нужна? Укроп. Угу. Укропчик. Вот так. Ну, вот так все со стороны. У нас нет студии для съемок, потому что у нас это, канал не кулинарный, но кулинарим, в принципе, то много на канале. Вот так. Ой, как красиво. И все, сейчас фольгой. Ну, да? Да. И в духовочку. Ей много не надо. Рыбки. Мы полчаса так подержим фольги и 10 минут потом без фольги еще достанем. Вот фольга. Вот так вот. Вот так вот прям. Дырочки не надо сделать. Да? Не надо, да? Оно там вот это вот в этот. Она и пропарится хорошо. О, ставь. Я думаю, найду. Духовка уже, наверное, разогрелась. Уже? А, тут быстрый разогрев есть. Вот функция быстрый разогрев. Он уже горячий. Вот. Так, сейчас. Орёт. Да? Петух начал кричать наш. Педро. Ну вот, настоящий петух. Может, яйца пойдут. А ну, может, еще прокричит. Ну-ка, давай, Педро. Вот так вот. Понятно вам? Так, я немножко открою, Лешек. Пускай проветрится. На улице тепленько. Да? В общем, ребята, я недавно солила, но, может, кто не видел. Рыбка получается просто обалденная, отпадная. Все делается очень просто. Вообще просто. Что-то мне отрезалось. Да, пускай будет, ничего. Ничего страшного, да. Соль и сахар. Посол сухой. Вот так вот. Посол сухой. Соль и сахар. 1:2. 2 ложки соли. Ложка сахара. Горка одинаково, смотрите. 2 ложки соли. Ложка сахара. Вот так вот. Ложка сахара. Может быть, этого и хватит. Не хватит, сделаем еще. Хорошо размешаем. Хорошо посыпаем. Соль вытягивает из рыбы вот эту влагу всю, и она получается такая, как привялена, знаете, суховастенькая такая, прям, ой, класс. И через 2 часа уже готова. Кто не пробовал, попробуйте. Я очень рекомендую такой посол. Вот Юрик еще дома попробует посолить в этом маринаде, да, Юр? Ага. Вот, а потом посолим. Расскажет. Если понравится, покажем тогда. Вот, хорошо, не жалеем.
все пересыпаем. Ах, рыбасик. Рыбасик под пивасик. Вот класс. Как же я люблю рыбку. Ой, рыбка. Нет, мы, наверное, наоборот положим. Вот так, да? Со всех сторон хорошо, хорошо. Потом я вам покажу, сколько будет воды, выйдет из нее. И покажу, какая рыбка. Это просто класс. Это просто отпад. Полный отпад. Самый лучший рецепт. Проверенный мной. Вот так. Вот и вот эти вот ошметки сейчас посолим. А эти можно вот сюда кинуть, эти боковушки. Боковушки? Боковушки. Раскрывушки, закрывушки. Вот нам соли и хватило. Вот так. Причем все быстро. И главное, что рыбка долго не солится. В прошлый раз у меня стояло 3 часа. Вот. А ну, Юр, выравнивай. Вот так. Ага, о, хватит. В прошлый раз, ну вообще она солится 2 часа. Но я в прошлый раз забыла про нее. Она у меня простояла 3 часа. Ну, была вообще класс. Вот 3 часа в холодильнике. Все. Вот я ее даже накрывать не буду, потому что за 3 часа она не успеет даже просохнуть. Я ее сейчас вынесу на терраску вот туда. Там у нас температура, как в холодильнике. О! Потом покажу. Ребята, пока у нас прошло уже 3 часа, мы пообедали, я там видео посидела, поделала, Юрик отдохнул, Лёшек отдохнул. И вот смотрите, рыбку я занесла. Гляньте, сколько в ней, вон там жидкости стекло с нее. Ой, видите? Как вам ближе показать, я не знаю. Вот, видите? Я поставила даже в эту, в другую тарелочку, чтобы не протекло. Вот. В общем, такая рыбка. Сейчас я ее смою и промокну полотенчиками. Полотенчиков у меня мало. Ну, я думаю, хватит. На рыбку хватит. Пошла сейчас смывать. Вот такая стала она, смотрите. Прям жесткенькая такая. Класс. Она такая вот, знаете, вот не расползается. Вот видите? Классненькая.
все держится вот так прям, не разваливается. Вон какие кусочки. Вообще. Обалденно. Ребята, попробуйте. Вон. О, попробуй, Юрик. А ну-ка. Просолилась. Да? Угу. А скажи, какая она плотненькая вот. Такая, да? Угу. Прям вот. В рассоле такая не будет. Будет мягкая такая вот эта вот. А это ну, прям вот. Бутербродик. Да. И такая вот, мне нравится, что она такая угу. сбитенькая, плотненькая. Прям классненькая. Хорошая. Да. Не это. Ну, не сильно прям соленая. Да, слабо соленая. Вот 3 часа нормально. Нормально. Бутербродик с маслом. Давай. Сушить этот. Перекуси. Ребята, так что солите, рыбка, во. Я отвечаю.